Здравствуйте. Представляем видеорегистратор Park City DVR HD500. Прежде всего, обращает на себя внимание цвет устройства. Белый встречается сравнительно редко. Из преимуществ особо выделим высокое разрешение, большой угол обзора 120 градусов и режим ночной съемки. Максимальное разрешение, которое поддерживает видеорегистратор, это Full HD. Правда, в этом режиме угол обзора немного сужается. В меню можно также выбрать три других разрешения с максимальным углом обзора. Запись осуществляется в циклическом режиме. Это удобно, так как избавляет от необходимости следить за тем, как заполняется карта памяти. Видео можно записывать фрагментами длительностью от 1 до 15 минут. Если один из файлов содержит ценную информацию, его можно защитить от перезаписи. Поверх видео накладывается сведение о дате и времени. Есть у регистратора и детектор движения, для того, чтобы вести запись только при перемещении объекта в кадре. Эта функция полезна, если вы собираетесь ставить автомобиль на парковке. Прибор имеет вытянутую, довольно компактную форму. Надежно крепится на кронштейн с присоской посредством специального держателя. Аккумулятор достаточно емкий, его хватает на 1,5 часа работы. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.